К началу холодов в Тверской области подготовят 834 котельные, более 1900 километров теплосетей. На заседании регионального правительства обсудили готовность Верхневолжья к предстоящему отопительному сезону. Тему продолжит Наталья Чекет. До старта отопительного сезона остается чуть больше месяца. Подготовка к нему ведется в штатном режиме. Готовятся котельные, водопроводные и канализационные сети. Также формируется необходимый запас материалов и средств. В этом году по региональной программе проводится капремонт 22 объектов теплоснабжения в 16 муниципалитетах. Полностью работы завершены на 12. Сейчас к зиме готово 83% объектов теплоснабжения Тверской области. Очень высокий процент готовности. Проведена комплексная работа по муниципальным образованиям. Видим, что многоквартирные дома, жилой фонд тоже внимательно контролируется. Сегодня обсудили запасы топлива, рассмотрели по направлениям это и уголь, и мазут. Работа идет с учетом прошедшего сезона. Кроме того, к зиме ведется подготовка более 11 500 многоквартирных домов. Их готовность составляет 77%. Основные работы по подготовке муниципальных образований к отопительному сезону должны быть завершены к 15 сентября, включая проверку технического состояния котельных и теплотрасс, гидравлические испытания. Игорь Руденя поставил задачу принять все необходимые меры для обеспечения полной готовности объектов теплоэнергетики, своевременной подачи тепла в жилые дома и учреждения социальной сферы. Дальше будем уже доводить до финального завершения и входа в отопительный сезон всех муниципалитетов. Заодно и посмотрим, как уже на практике все эти показатели будут работать. Кроме того, в Тверской области создан областной резерв ресурсов для предотвращения нештатных ситуаций на объектах ЖКХ, включая дизельные электростанции, насосное оборудование, мобильные котельные и другое.